качестве президента Союза ММА России он приехал в Краснодар на кубок по смешанным боевым единоборствам. Губернатор Кубани в разговоре с Емельяненко заметил, что в регионе активно развивают все виды спорта. Они вместе прогулялись по театральной площади Краснодара. Здесь на выходных развернули сразу несколько площадок. Спортивные школы проводили мастер-классы и соревнования по борьбе, карате, самбо и боксу. Правда, увидев Федора Емельяненко, некоторые даже останавливали поединки, чтобы сфотографироваться с легендой смешанных единоборств.